Всем привет! Всем привет! Мы наконец-то установили елочку. Вот такая она у нас красивая, на подставке стоит. И еще мы ее поставили в воду, для того, чтобы она у нас не сыпалась. Сейчас мы ее будем наряжать. Аделине очень нравится елочка, она прям от нее в восторге, подходит, постоянно возле нее крутится. А теперь мы ее все вместе будем наряжать. Давайте! Во-первых, начнем со звездочек. Начнем мы с оформления макушки, установим звездочку. Смотри, дочь, звездочка. Сейчас мы ее сразу подключим. Давай мы тебе будем помогать. Распутаем ее чуть-чуть. Запуталась. Хочу! Ты сама хочешь? Да. На, держи. Держи, папа будет помогать. Сейчас у нас папа сойдет. Класс! Сразу включим, посмотрим, что получится. И зачем будем переставлять? Давай еще помогай. Доставай еще, вытягивай. Видишь, запуталась. Давай у нас будет помогать. Красиво? Класс, да? Красиво? О, снежинка на папу упала. Ух ты, как красиво сверкает, как красиво. Тебе нравится? Да. Теперь мы будем светящиеся шишки вешать. Очень красивый, да? Аделина у нас радуется, смеется. Давай, папа. Смотри, чтобы только не ударила, не трогай их. Теперь мы еще подключим шишечки. Ой, как красиво! Осталось только шарики развесить. Смотри, Аделина, тебе нравится? Да. Не бросай, разобьешь. Да. Стеклянные, наверное, лучше повыше, иначе у нас уже Аделина все переколола еще в прошлом году. А все, которые пластмассовые, можно вниз повесить. Шариков у нас маловато, поэтому мы еще будем закупать. Скорее всего, сегодня поедем еще. Thank you.
Мы нарядили елочку, тебе нравится? Да. У тебя в руках шарики, ты еще будешь наряжать? Да. Еще поедем покупать шарики, еще красивые-красивые большие шарики. Будем покупать на елочку? Да. Молодец, давай развешивай. Ты моя умничка, тебе помочь? Давай, мы сейчас с тобой последние игрушки повесим. Вот, домик повесили, давай еще один домик повесим. Давай вот сюда повесим. Да. Давай. Тарамон тебе поможет? А еще оставшиеся шарики будем вешать? Ты их под елочку положила? Да. Давай, доставай, будем вешать. Вон они у тебя лежат. Вон они, шарики. Куда эти шарики повесим? Показывай. Да. Куда хочешь, чтобы повесили? А давай вот сюда повесим. Сюда повесим? Да. Никак? Давай помогу. Ты сама? Давай я вот так тебе сделаю, а ты его оденешь. Класс? Да. Давай помогу. Так, какая у нас елочка. Вкусно пахнет елочка, дочь? Да. Класс. Да, у нас новогоднее настроение. Маша. Ты Машу хочешь? Да. Елочные игрушки Маша? Да. Хорошо, купим. Мы поехали за елочными игрушками в магазины и обязательно купим шары с символом года, с обезьянками, да? А еще Аделина просит Машу и медведь, да? Елочные игрушки Маша и медведь, да? Да. Ну все, мы поехали. В магазин? Да. Поехали. Поехали. Мы поехали за елочными игрушками. У нас сегодня сказочная погода на улице. На деревьях лежит красивый белый снег. На улице не холодно. Приятная погода. Снежок меленький сыплет. Да? Да. Самое главное, что на новогоднее настроение. Да, у нас новогоднее настроение. Если снег есть, значит зима удалась. У нас все деревья в снегу. В общем, мы поехали. Вот обезьянки в индивидуальных упаковках. Это не обезьянки. Это нет, это Дед Мороз, наверное. Нет, вот обезьянки. Вот ее надо взять. Они большие очень, надо поменьше что-то. А вот, смотри, какой шарик красивый. Ручной работы. Что, ты выбрала шарики? Это мишки. Дочка выбрала пластмассовые игрушки. Медведей. Мишек. Держи. Образцы наряженных елок. Чего? Аделина, покажи игрушки, которые ты купила. Смотри, какие игрушки, да? Смотри. Вот, мы вот такого Деда Мороза выбрали. Покажи тогда. Такие вот шары купили. Я не знаю, что это такое. Аделина выбрала. Ух ты, какой мишка. Ой. Красиво, да? Аделина, смотри. А давай на Аделину. Вау, как классно! Не хочешь? Тебя расчесать надо, у тебя волосы все. Смотри, Аделина на меня, ты в это время ей раз. Ну, смотри. Ой, какая мудрая, они интересные. Ой, как интересно. Сирена ты моя. Смотри на маму. Маме уже классно.
Шапа. Поверх нее, что ли, одеть? Ты хочешь, да, померить? Она утонула в ней. Давай что-нибудь еще посмотрим. Ирина. Ух ты. Ку-ку. Ты меня узнаешь? Да. Хочешь тебе кошечку? Вообще-то брошу. Что еще здесь интересно есть? Давайте посмотрим. А хочу очки. Ты хочешь очки? Давай. Класс! Вау, супер! Ну вообще любит очки иметь. Красиво как. Как стрекоза. Как стрекоза. Смотри на папу. Нет, а хочу другую. Другую? Такую? Вот эту? Да. Нет, давай. Такую? Нет. А какую? Нет. Маленькую? Да. Вот эту? Да. Тоже не подходит? Да. Может быть, вот эту? Ку-ку. Тебе найдет меня. Нашла. Давай я тебя сейчас причешу. Ку-ку. Ку-ку. Давай я тебя. Давай я тебя причешу. Давай. Ты вся в блёсках, красивая. Очки понравились ей. А вот еще очки такие. Хочешь померить? Снежинки, очки снежинки. Давай мерить. Ой, это еще интересно. Ой, как интересно. Отпускай ручки. Голубой. Блю, голубой, правильно. Снежинки голубые, да? Снежинки. Да, вот какие-то еще интересные. Ух ты! Давай померяем. Посмотри на папу. Бабочка. Бабочка. Бабочка? Да. А давай еще вот это померяем. Я не хочу. Это не нравится? Да. Ладно. Класс, доча. Ты такая прикольная. Мамка, помири вот эту, я на тебя. Вот так вот лучше ей идет. Аня, хочу идти. Ты хочешь идти пешком? Да. Мамуля, она хочет идти пешком. Дочь, хочешь такую? Смотри, какая прикольная штучка. Крылышки. У нас розовое платье, поэтому было бы неплохо. Но если она носить не будет, то смысл покупать. Вот такая красивая елочка у нас получилась. Большие красивые шары. Давайте следующий. Вот наш красивый Дед Мороз, которого мы сегодня купили. Очень красивый. С наступающим Новым годом!